В Португалии продолжают расти цены, несмотря на то, что правительство отменило налоги на базовые товары. В список вошли 44 позиции, в том числе молоко, хлеб, рис, помидоры, несколько видов мяса, рыбы. В течение 6 месяцев они не будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 6%. Однако покупатели жалуются, что этого недостаточно. В феврале инфляция в Португалии немного замедлилась, составила 8% в годовом исчислении. И при этом цены на необработанные продукты питания, такие как фрукты и овощи, выросли на 20%. Власти пытаются провести другие меры поддержки, в частности, увеличены субсидии для беднейших слоев общества. Каждую неделю цены растут, все дорожает, и нам сложно получать необходимые вещи. Теперь покупаем меньше. Это такая мизерная сумма, что мы ее не почувствуем. Это не снизит цены, поскольку 6% – это смешно. Из-за повышения цен у нас стало меньше клиентов. Теперь покупатели считают каждую копейку, поскольку их возможности сильно сократились. Я уже говорил, что нужно повысить пенсии. Они очень низкие. Пожилые сталкиваются со многими трудностями.